Всем добрый день. Мы недавно вернулись с мероприятия в Турции за ДЗ, и у нас появились новые сведения относительно, что такое коралловая вода и почему она действует. Будем экономить время. Netulkosim, ja kāds nesapratīs, pēc tam latviski iztulkosim, ja? Итак, наша компания обратилась в лабораторию, в специальный институт воды, который исследовал нашу воду. Мы искали секреты коралловой, как бы вот позитивных действий коралловой воды, искали в химии. Оказалось, что мы не в химии нашли, а в физике, даже в математике. И сейчас нам выдали такую брошюрку, где написано, что, прямо зачитаю, что коралловая вода улучшает упорядоченность молекул воды за счет растворения в ней некоторых веществ и при взаимодействии с водой. Причем действие это продолжается даже после того, как вынули сам пакетик. То есть она продолжает действовать и улучшаться даже после того, как пакетик уже убрали. Но поскольку это не сильно понятно, я решила, что я расскажу вам, как это понимать. Потому что это очень важный момент. Есть такое понятие в математике, в физике, как энтропия. Энтропия – это стремление к хаосу или стремление к разрушению. Если говорить на совсем простом языке, если у кого есть мальчики, знают, что вы носочки сложили, и если вы ребенку не напоминаете о том, что нужно носочки складывать, носочки будут по всей квартире, да? Пока не придет мама. Вот. То есть наука говорит о том, что состояние энтропии продолжается до тех пор, пока не найдется внешнее воздействие. В данном случае с носочками пока не придет мама. Да? Если говорить о, например, о глобальном, о том, как вот построили дом, бросили, никто в нем не живет. Что будет с этим домом через 100, 200, 500 лет? Энтропия. Энтропия, то есть будет груда камней. Да? Если не ухаживать за своим автомобилем, да, не менять фильтры, не дополнять бензином, не мазать, не дополнять воду, машина превратится в такую же груду металла. Как это все относится к нам? Сейчас мы перейдем к коралловой воде. Вы знаете, что у детей энтропия очень маленькая. То есть энергии одного ребенка хватит на то, чтобы уводить 5 взрослых. Потому что у него столько энергии, как у нашего нового телефона. Да? Вот я нарисую наш новый телефон. И вот у него такая батарейка. Да? Ну, здесь у нас, конечно, некоторые детали. Плюс и минус. Да? Как показывает, батарейка какая? Полностью заштрихованная. Да? Новая батарейка. Вы купили телефон, она у вас 3 дня держит энергию. Правильно? Да. Что происходит дальше? Энтропия. То есть объем нашей батарейки, ну я могу так вот нарисовать, он у нас снижается. И уже у нас половина батарейки только держит. Как бы мы ни замечаем, она показывает полностью. Мы видим, что энергия не улучшается. Сегодня день один держит, а завтра 3, а потом 4. Ничего подобного. Энтропия говорит, что все будет только хуже. Это как у зубного врача. Если зубы болят, то лучше не будет. Да? Нужно сразу идти ремонтировать. Так и тут. Наша батарейка, она садится. То есть емкость батарейки падает. Вот это и называется энтропия. Теперь перейдем к коралловой воде. Если коралловая вода улучшает упорядоченность воды, то нас можно сравнить с такой же батарейкой, что наша вода – это емкость батарейки. Что происходит с возрастом? Вы знаете, что у некоторых людей, они в 20 лет глубокие старики, им ничего не надо, сидят на диване. У них энтропия наступила в 20 лет.
Что происходит с теми людьми, которые пьют коралловую воду долго? У них эта энтропия наступает гораздо позже, и мы как бы и в 20, и в 30, и в 40, 60, и даже 70 лет мы активны и ездим и путешествуем. Коралловая вода, она увеличивает емкость нашей плазмы, потому что наша плазма – это кристаллическая вода, то есть кристаллическая водная батарейка, так скажем. И если эта энергия из этой воды ушла, в общем-то, с водой, ребенок, когда рождается, он какой? Как виноград. А когда бабушка старенькая, она как изюм. Вода в ней вроде бы есть, но вода у нее такая, ну такая, да, неупорядоченная. По этой воде, нет, батарейка есть, но заряд в ней маленький. Так вот, доказали, что за счет того, что растворяются в ней микроэлементы, которые и обладают зарядом, а это редкие и редчайшие микроэлементы. И плюс то, что она упорядочивает все молекулы, мы возвращаем емкость нашей батарейки. И поскольку это научно доказано, это очень-очень хорошо для всех нас, потому что институт впервые обнаружил воду, которая обладает такими свойствами. И они попросили у нашей компании разрешение опубликовать их в научных журналах. И это будет опубликовано, но сначала компания решила рассказать об этом нам с вами, потребителям, дистрибьюторам, о том, что мы могли немножко по-другому к этой воде относиться. То есть наша коралловая вода, Coral Mine, это лекарство против старения. Это уже сейчас доказано. Это уже сейчас доказано. А какой институт это делал? Институт Бион. Вот я переведу в электронный вид эту брошюрку, и вы будете иметь возможность все ее распечатать. Ну вот, коротко, чтобы понятно, тормозит энтропию и возвращает нам молодость, помогает нам не стариться так быстро, как обычно это может происходить. И из-за того, что сейчас у нас акция в октябре 3 плюс 1 на воду, мы должны донести до наших потребителей, что если мы хотим как бы процветания себе, мы пьем коралловую воду, если мы хотим иметь здоровых, бодрых родителей, да, мы даем им коралловую воду, ну и детям тоже, чтобы у них энтропия не наступала, чтобы было о ком позаботиться, кому позаботиться о нас в старости. Еще хотела рассказать, значит, по поводу коралловой воды. В коралловую воду ничего не надо кидать. Никаких продуктов других не надо смешивать. То, что мы не мешаем металлической ложечкой, это один вопрос. Но вообще в нее ничего не надо добавлять. Ни H500, ни пентакан. В коралловая вода — это уникальное явление природы, которое, знаете, как идеальное. В него ничего нельзя добавить и ничего нельзя убрать. Как самолет. У него нельзя взять крыло и нельзя приделать ему бант на куда-нибудь. Да? Вот коралловая вода – это явление природы, которое самодостаточное. Теперь хотела рассказать немножко про пентакан H500. Я думаю, что это тоже не повредит, нет, тем более, что пентакан у нас в этом месяце 5 плюс 1, и именно с коралловой водой это очень хорошие акции, и мы можем сделать себе, как бы, сделать запас себе этих продуктов по очень выгодной цене. Итак, что такое пентакан? Это цитрат калия, это витамин С и рибоза. Если говорить, значит, простым языком, наша клетка, межклеточная жидкость, калий и натриевый насос регулируют клеточное дыхание. Сможет клетка дышать полной грудью или не может? Так получилось, что мы много ночи соли едим. И наша клетка не может дышать полной грудью. Поэтому мы очень много видим людей без тонуса, как вот разряженные батарейки.
Так вот, наши ученые сделали этот пентакан по принципу троянского коня. Знаете все, что такое троянский конь? Или кто-то не знает? Тройный сердце? Да. Угу. Что троянский конь – это как бы вражеское сооружение, которое было как бы в крепость затащено, и потом из него вылезли воины, которые открыли ворота для других воинов. Так вот, сам по себе калий – молекула большая. Клетка, которая вот очень много в ней натрия, она не в состоянии этот калий взять, у нее сил нету. Поэтому сделали троянского коня, взяли витамин С, на него посадили калий, а двигателем сделали рибозу, которая открывает ворота клетки, а ключик от этой клетки, от ворот, находится у витамина С. Это такая форма витамина С, у них одинаковые ключики, как и у сахара. Наша клетка, мы все сахарные наркоманы, вы знаете об этом. Вот. И мы все хотим сахара. Почему? Это чистая энергия. И когда мы утром просыпаемся, естественно, у нас возникает большая потребность в энергии. И клетка говорит, хочу сахара. А мы говорим, а вот тебе, типа сахар, но это витамин С, а в нем сидит наш троянский конь калий. И он прямо заходит в клетку вместо сахара. И начинает оттуда выгонять лишнюю воду, отеки, натрий. И клетка начинает дышать, энергия резко увеличивается. Значит, клеточное дыхание у нас получается на новом уровне. А что это дает? Мы обращаем вспять все процессы регенерации. Когда это очень важно? Когда идет нехватка энергии, когда идет отеки, когда организм не может как бы проснуться. И когда мы пентакан кидаем в воду, выделяется углекислый газ. Оказывается, это не просто так. Это тоже сделано для того, чтобы организм больше встрепенулся, как бы проснулся, активировался за счет вот этого углекислого газа. Теперь посмотрим, что такое H500. Поскольку это пентакан и H500 сделал один и тот же ученый, это как пара. Как пара. Да, как рукавица и шарфик. Вот. Здесь, кроме кремния, который отвечает за то, чтобы электроны можно было удержать, как конденсатор, магний, успокоительно, и бор. Так вот, оказывается, бор и графит используют в ядерной промышленности для того, чтобы атомные электростанции регулировать вот эту вот реакцию. Идут стержни графитовые и боровые. Поэтому добавили туда бор, который дополнительно регулирует подачу вот этих электронов, чтобы они были как бы равномерные, выделялись. Теперь мы пьем H500 и пентакан. Как мы его пьем? И для чего мы его пьем? Вот очередность. Значит, утром натощак от 60 до 200 миллилитров сделаем воду, обязательно теплую, примерно 36-37 градусов. Именно теплую, чтобы организм ее принял. Мы туда высыпаем одну капсулу H500, именно в воду, и добавляем один пентакан. Ждем, пока он растворится, и сразу выпиваем. 20 минут мы не пьем ничего. За это время мы что делаем? Берем коралловый пакетик, кидаем в воду и даем ей настояться. Как раз за 20 минут она очень хорошо настоится и будет готова к употреблению. Дальше мы уже пьем коралловую воду. Первое, что мы сделали, мы дали калий и дали клетке возможность освободиться. Это профилактика всех наобразований, это защита от стрессов, это нейтрализация всех кислот организма. Вы знаете, кислоты – это старость. И при всех хронических заболеваниях, а также всем, кто хочет быть молодым и здоровым. И тут небольшое предостережение.
То есть, когда мы пьем пентакан с H500, мы не употребляем сахара. Ну, понятное дело, нам что нужно? Нам нужно выманить из сахара этот натрий и сахара. Если мы сахар дадим, мы как бы себе вред только сделаем. По крайней мере, эти 20 минут. И не рекомендуется после 17. Понимаете, почему? Энергия. Энергия будет вечером, человек будет мыть окна, а потом скажет, что извините, я тут всю ночь мыл окна или там еще чем-нибудь занимался, да, и не выспался. Вот. Нам этого тоже не надо. Итак, смотрим. Тут маленький нюанс. Если у человека повышенный пульс, то пентакан с H500 ему просто как песня. А вот если у человека пониженный пульс, то мы даем ему тоник. Это может быть Mindset или Synergizer. То есть мы даем немножко тоник, чтобы давление у него не, ну, как бы не опустилось ниже. Мы его употребляем с тоником. Теперь по дозе. А в каком смысле? Вместе? Ну, Mindset в стакане? Я думаю, что нет, но просто можно запивать или где-то, ну, то есть употреблять параллельно еще тоник. Угу. Я думаю, что H500 не надо сыпать в синерджайзер. Это... Моя дочка всыпала. Ну и как? Жива. Жива? Я думаю, что ничего страшного нету, там оно все равно все смешается. Да. Вот. И теперь по поводу дозы, вообще пентакана. Если у человека куча проблем, то начинаем с одной четвертиночки и чуть-чуть H500 как бы утречком. Я не поняла, а майндсет, когда мы пьем, когда низкое давление или высокое? Когда пульс низкий. А, пульс низкий. Пульс повышенный, то не обязательно. Угу. Там лучше магний пить. Угу. Вот. Теперь по дозе. Если у человека что-то не так, дозу снижаем. Если человек вот выпил четвертинку, ему слону дробина. Да, он не почувствовал ничего. Добавляем еще чуть-чуть, пока он начнет, значит, уже ощущать. Как один мужчина пьет у меня, значит, H500 с пентаканом. И говорит, слушай, мы вдруг сидим с женой, ну, выпили пентакан, и вдруг покрылись потом. Я говорю, так радуйтесь, у вас выходят внутренние отеки, которые у вас столько времени были. У вас пошла энергия. Он сидит, говорит, слушай, как будто это что-то другое. Говорит, вроде этого, от чего, может быть, так и не пил, а что-то как-то жар пошел внутри. Я говорю, ну очень, я рада, что у вас организм начинает регулироваться. Ну, если говорить по этим процессам, я думаю, это понятно, что мы теперь можем объяснить, зачем мы вообще это пьем. Мы всегда говорили, что это лекарство от старости, но теперь это научно доказано. И вторая часть моего, так сказать, выступления – это новые продукты. Их у нас будет тоже немало. И я вам сейчас просто назову, чтобы мы немножко знали, когда будет и что будет. Первый, который мы продукт ждем, это Фитогард. Фитогард Про называется. Это был прекрасный продукт, противопростудный. Именно была такая растительная формула. Сейчас туда добавили бета-глюканы и эфирное масло шалфея. И он выйдет под новым брендом. Это будет очень классно, это будет прекрасный продукт, который это для активизации иммунитета, и он должен появиться у нас в этом месяце. Октябрь 18-го. Также чеснок, гарлик, экстракт должен появиться. Да? Следующий... А как они вот между собой отличаются? Кто? Старый гарник от нового. Этот будет сухая капсула. Сухая? Да, но не будет отрыгиваться. Очень хорошо. А детям нравится этот? Они кушают много. Ну вот и детям нравится, а если я разжую, мои дети вопят. Что им не нравится? А опять как там доза по сравнению, вы знаете, одна вот старая? Она как бы улучшенная, увеличенная доза, потому что экстракт – это уже не просто масло. В нем можно сделать дозу. Почему наша компания переходит на экстракты? Потому что в дозе
как бы в экстракте можно выдержать концентрацию, да, что невозможно выдержать в натуральных растительных продуктах. Так, третий продукт, это будет новый Daily Delicious, вкус оранжево-манго, то есть апельсиново-манговый вкус. Мы наконец дождались, что у нас будет еще один Daily Delicious, еще четвертый вкус. А когда? Пока не говорят, но вроде бы ноябрь 18. Четвертый у нас будет набор продуктов из 8 компонентов, 8 будет блистеров, называется «Здоровый мозг». И это супер будет набор, который всем будет годиться, потому что чтобы не попасть на психосоматику, нужно иметь железные нервы, спокойный разум и здоровое тело. Значит, 8 компонентов, это будет называться Health Brain. Пятый, это будет омега. Омеги много не бывает. И у нас будет омега в концентрации просто фантастической. Будет ЕПА 700 миллиграмм и ДХА 1300. Итого 2 грамма в одной порции. 2 грамма чистой омеги. Если у нас сейчас одна капсула, это 0,6, то у нас будет жидкая омега приятного вкуса с концентрацией вот этих полезных веществ 2 грамма. То есть это будет суперпродукт, потому что мы живем на севере, нам всем не хватает витамина D. Сейчас мы до этого дойдем. Это будет Rolls-Royce среди омеги, жидкая форма из Исландии. У других фирмах 500 миллиграмм на порцию. Будет она эффективная и недорогая, и это будет инвестиция в наше интеллектуальное здоровье. Шестое. У нас появляется новая линейка витаминов. Она называется липосомные витамины, которые будут капля витаминов, окруженные лецитиновой мембраной жирной, которая будет просто к клетке присоединяться, она открывается, и витаминка входит внутри. Вот так, в таком виде она будет. Позволяет проникать внутрь клетки, усвоение улучшается. Первый будет витамин С, будет 1 грамм витамина С, но в этой форме биодоступность в 6 раз выше. Тот же 1 грамм, но в 6 раз выше. Будет куркумин, тоже липосомный, в 16 раз улучшается его биодоступность за счет этой формы. И будет витамин D, но он будет только в 2019 году, а к форму будут и еще другие липосомные витамины. Так что готовимся к форму 19, компании будет 20 лет, это будет просто грандиозный праздник. Скажите, а вообще витамины будут? Ну, вот 24 на 7 сейчас нету, алтенавитамины. Этого я не могу вам сказать. Я думаю, что-то будет, в какой форме, мы уже посмотрим.